Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис, и сегодня я расскажу о чистоте вашего аккаунта ВКонтакте. Да-да, время накрутки друзей прошло, время, когда аккаунт показывал там большие какие-то цифры в аккаунте, это время прошло, время идет, и ВКонтакт все это отслеживает. Чем больше собачек у вас на страничке, чем больше у вас друзей, которые неактивны, тем меньше вы показываете ленте новостей. И сегодня я вам представляю вот такое расширение, которое устанавливается непосредственно в браузер Google. Его можно скачать абсолютно бесплатно, и у него очень большой функционал. То есть здесь вы можете удалять удаленных и заблокированных друзей, удалять друзей, которые не заходили в определенный период. Это тоже важно, что для вашей активности аккаунта. Если у вас много сидит мертвых душ, то ваш аккаунт не активен ВКонтакте. И многое-многое другое может эта программа. Также подписчики. Обратите внимание, если у вас много собачек в подписчиках, их тоже можно удалить, заблокировать и больше с ними никогда не встречаться. Здесь можно удалять подписчиков, у которых нет аватара. Ну, я не утверждаю, что аватар ставят только боты, но, тем не менее, наоборот, боты ставят аватарки. Все остальные некоторые люди могут просто не ставить фотографии из-за своей природной стеснительности. Также можно добавлять всех подписчиков, удалять всех подписчиков и программу можно легко активировать, то есть установив свой браузер, вы должны ее активировать. Ссылку на программу вы найдете под этим видео. Чтобы активировать, вам нужно нажать «Полная авторизация». Выскочит вот такое вот окно, его бояться не надо. Вы нажимаете «Разрешить» и заходите в свой аккаунт, и тем самым вы активируетесь. Также это приложение можно скачать на ваш смартфон, на ваш iPhone, на все, что вы хотите, все установить и в режиме реального времени отслеживать, что вам нужно. Иногда бывает такое, что вы зашли в какое-то сообщество и вы о нем даже не знаете. Если это сообщество мертвое, если там не ведутся какие-то записи, если оно вообще никак не ведется, либо оно вообще заблокировано, вы можете нажатием кнопки выйти из этого сообщества, удалить мертвых участников из сообщества. То есть, если в вашей группе тоже много каких-то собачек, много ботов, это все можно сделать с помощью вот этого расширения, которое устанавливается к вам в браузер Google. На этом заканчиваю. Кому интересна чистота ВКонтакте, вашей страницы ВКонтакте, заходите, скачивайте это расширение, устанавливайте к себе в браузер и будьте счастливы. И будьте уверены, что ваша страница всегда будет активной. Всем привет!